На этой неделе состоялась сессия Совета депутатов. В повестку дня были включены проекты, которые не требуют отлагательств. Это вопросы, касающиеся правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Искитима, а также изменения в городском уставе. Новые правила благоустройства вступят в силу сразу после публикации. Жителям частного сектора запретят складировать бытовые отходы, строительные и другие материалы за пределами домовладений. Со строителей снимут обязательство убирать территорию за пределами стройплощадки, а также запретят производить шумные работы в определенные отрезки дня. В будни с 20:00 до 7 утра и с часа до 2 часов дня. В выходные и праздничные дни запрещены громкие работы с 8 часов вечера до 9 утра. Мы сейчас своими правилами запрещаем шуметь в определенное время. Ну, бывают люди, что жалуются, что там колотят какие-нибудь сваи круглые сутки и так далее. Но вот если это происходит, что дальше? Мы в соответствии с федеральным законодательством прописали эти правила. Но как бы, поскольку наша организация не может там находиться и проследить за тем, что действительно нарушается право жителей, ну, жители могут обратиться к нам, мы зафиксируем этот факт. Ну, выходной день, да, выходной день, значит, мы пишем, что выходные нельзя. Выходной день, шум, гам, сваи туда-сюда, там, все вот это происходит. Жители могут обратиться в полицию. На 17-ю сессию было вынесено 8 вопросов. Решения по ним приняты единогласно.